продолжаю снимать эти трактора, хочу обратить на наш, на них ваши, дорогие друзья, внимание, потому что это канал Мини-Трактор. Всем приветики. То, что заменит в скором будущем многих людей мототракторы. Это хитовая такая штука, которая, вероятнее всего, будет только дорожать. Сейчас мы можем вам дать самую выгодную цену на Зубр Т24, на Зубр Т25 Pro. Все вот эти модели именно с трехточечной системой навесного механизма и вот такой вот трансмиссией. Я вам сейчас не говорю про мототрактора, потому что у них свои задачи, свой функционал. Но вот здесь уже заложен запас мощности, запас прочности в этой коробке, ресурс наработки, потому что сделана коробка по образцу коробки тракторов Шифенг, а их репутация говорит сама за себя. Вот здесь все очень похоже, только чуть-чуть все покомпактнее, поменьше, но все равно даже рукава заднего моста отличается от мототракторных. Плюс он сохраняет небольшие габариты, плюс-минус как мототрактора, только у него тут 20-ка уже для колеса заднего, то есть он выше, но он все равно компактный, он небольшой, у него хороший радиус поворотов, хороший выворот. Вот, удобно будет на небольших участках там делать соседям огород, копать им картошку, орать кому-то что-то. То есть проблемы могут возникнуть только если будете идти под горку, потому что нет переднего привода. Веса в нем относительно мототрактора более чем достаточно. Плюс позволяет еще конструктив. То есть рама, которая не слабая, не тоненькая. Увидим, швеллер идет нормальная, адекватная толщина металла везде вменяемая, а позволяет навесить еще утяжелители дополнительно наперед, назад, еще килограмм 120 на него накинуть, 150 может от потребности, вот, в зависимости, спокойно работает с фрезой, там 130-кой, кстати, фреза, есть у нас вариант купить его голым, это будет еще дешевле, есть вариант купить его с фрезой, по ценам скажу так, что вот ссылка внизу на сайте, вы можете найти там самую адекватную, хорошую цену. А плюс, скажу еще то, что если вы будете брать модификацию уже с фрезой, 1,30 м на трехточку, с карданом, естественно, в комплекте, фреза такая, кругом бегом вам выйдет в районе 450-500 долларов. А если вы будете брать фрезу на 1,30 м, там, на 1,40 м, на 1,25 м, погуглите фрезы, нормальные трехточечные фрезы китайские, новые, стоят в районе там 700 долларов США. То есть вы экономите просто, если вот такой трактор берете, на фрезе где-то 300 долларов. 300 долларов это 10 тысяч фактически гривен. На эти деньги можно много чего на самом деле сделать. Там, докупить еще, к примеру, копалку для картошки или там сажалку. Вот. Так что, друзья, подумайте, очень хороший вариант и по надежности, и по компактности, по экономичности, соответственно, вот, и по ресурсу, и по цене. Вот, так что зубры, мото, мини, мото, не знаю даже к какой категории отнести этот трактор. Скорее уже к мини, потому что все-таки по коробке, по трехточке, по функционалу тут уже больше мини-тракторного, чем мото. От мототрактора остался только один цилиндр и вот ремни. Вот. Но, кстати, по ремням. По ремням мы... Сейчас я зайду, покажу вам по ремням. Это чтобы тоже понимали отличия, да? По ремням идет 4 ручейка. 3 ручейка на том шкиву. То есть сюда еще можно, в принципе, что-то приколхозить. 3 ремня коротких. Тоже по типу сделано все как в Шифенге. Вот, то есть в мототракторе идет ремень, как правило, с другой стороны, он идет от блока и оттуда уже идет аж назад коробки. Тут он намного короче, то есть видите, вот здесь идет шкив. Вот, так что тут больше, опять же говорю, от мини-трактора, от шифинга, чем от мототрактора. От мототрактора больше, по сути, только габариты. И вариант этот... будет, естественно, он идет без переднего привода, он довольно-таки бюджетный. Вот, повторюсь, все цены есть на сайте Мини-трактор.ру. Можете пройти туда, посмотреть, выбрать с комплектацией с фрезой, с комплектацией без фрезы, подобрать то, что вам будет удобно. Мы вам еще сделаем максимально большую сейчас скидку, так как понимаем, тоже кризис, не сильно хорошо с финансами у всех. То, что мы можем сделать, то, что от нас зависит, мы, друзья, сделаем. Так что обращайтесь, набирайте. Милости просим в наш магазин. Всем счастливо, удачи, пока.